Двое мужчин, одеты в джинсах, сверху темное, рюкзак, под курткой что-то. Рюкзак с логотипом. Есть пострадавшие, информация подтверждается. Под видом студентов ничем не примечательные молодые люди проникли в один из избирательных участков в Ульяновском государственном аграрном университете. Напав на охрану, злоумышленники привели в действие подготовленные взрывные устройства. Есть погибшие и раненые. Имеются многочисленные пострадавшие комиссии и участвующих людей в выборах. Тут же тишину и спокойствие поселка разрывают сирены спецавтомобилей. Полиция, спасатели, пожарные медики. Всего порядка 500 человек незамедлительно выехали на место происшествия. Пока медики оказывают помощь раненым, пожарные разворачивают рукава для тушения возникшего пожара. И при помощи лестниц эвакуируют заблокированных взрывом людей с верхних этажей. Наша основная задача – экстренно приехать, заблокировать объект террористической угрозы, не дать преступникам совершить преступление на других объектах, то есть минимизировать их возможные противоправные действия, оцепить район, обеспечить безопасность населения, произвести эвакуацию людей, подпадающих под возможное поражение огневых действий преступников, и далее произвести ряд специальных мероприятий. Итоги спецмероприятия будут оглашены позже, после заседания комиссии, которая разберет действия спецслужб, укажет на возможные недочеты и ошибки. Действия каждого сотрудника будут детальным образом исследованы, и только после этого можно будет определить степень успешности проведенных мероприятий.